Такой необычный подарок преподнесли заключенные женской колонии. Сегодня они сменили арестантские костюмы на бальное платье. Столовую на время обустроили под сцену, по стенам развесили декорации. Инна Александрова играет в постановке роль Д'Артаньяна. Женщина специально перечитала несколько произведений Дюма, чтобы войти в роль. Признается, образ гасконца ей очень близок. А мне в роль не надо входить, мне костюм одеть и все. Вы простите, просто я такая. К спектаклю «Осужденные» готовились 2 месяца. За основу взяли роман Дюма. Пьесу переписали на современный лад. По сценарию в постановке нужно вернуть не подвески, а бриллианты. Добавили также и музыкальные номера. Спектакль объединяет в себе несколько историй. Здесь есть герой из бременских музыкантов «Баба-Яга», «Золушка», «Цыгане». Основное же действие происходит в Париже. Валерия Абдуленко играет в пьесе «Коварного кардинала». Своей ролью она довольна. Была выбрана роль не мною, а мне даже сказали не отказываться. У нас есть руководитель. Книги люблю и я читать, и Юлия Борисовна нам многое рассказывала о том, как нужно себя вести, как входить в образ. Все костюмы заключенные изготовили собственноручно. Посмотреть на концерт в исправительную колонию пришли также начальники других учреждений. Признаются, пьеса оставила только приятные впечатления. На то, что не способны, вы видели сами. По-моему, талантов в этом учреждении очень много. 107-я колония зарабатывает швейным производством. Ну, у меня в качестве шутки уже возникла мысль. Может, не стоит зарабатывать швейкой, а создать бригаду и зарабатывать деньги, выступая и давая концерты. Всем заключенным, которые принимали участие в спектакле, занесут это в личные дела. Будет рассматриваться вопрос о досрочном освобождении, рассказывает Управление пенитенциарной службы. Выйти из тюрьмы на несколько месяцев раньше могут получить возможность 55 осужденных. Инга Лапикова, Георгий Жилич, «Панорама».